пошел с адвокатом, дал признательные показания, которые сейчас проверяются. Несколько дней за Тарасом мы следили, они установили место жительства его, режим дня, места, где он мог появиться. Вот выбрали удобный момент и совершили, так сказать, уже убийство. Обвиняются они пока по 105 части 2 убийство по найму. Убитый был одним из подозреваемых по делу об организации преступного сообщества и вовлечении в занятие проституцией. Это обширное дело сейчас находится в краевом суде. По нему проходит более 200 свидетелей и подозреваемых. Известно, что Тарасов активно сотрудничал со следствием и незадолго до своей гибели давал показания в суде. У правоохранительных органов есть несколько версий мотивов его убийства. В том числе рассматривалась версия о том, что это был заказ одного из лиц, также проходящих по данному уголовному делу, с целью избежать наказания на суде, после избежать наказания, так как Тарасов давал на него показания.